Так, только что в районе вот того здорового дерева стрелял снайпер. Надо бы к нему наведаться. Жетончик потом соберем. Так, ну чё, где он? Во, ща. Ща мы тебя чуть-чуть поджарим. Кто это у нас попался? Путин, водка, балалайка. Задефал Владимира Путина. Блин, парням в школе расскажу, никто не поверит. Путин, водка, балалайка. Да, блин, давай уже залазь. Так, о, вон бежит. Так, надо флешку приготовить. Подожди, промахнись. Во, нормально. Нифига ты зажимаешь. Угомони свои таланты уже. Еще один. Подожди, подожди, парень, сейчас. И до тебя тоже доберемся. Да я прям мастер серийный убийца. Направо-налево, там, пистолетом, миной. Все, all inclusive, как говорится. Ни хрена там скопление точечек красненьких. Так, ладно, сейчас попробуем кого-нибудь выцепить. Во, это будешь ты. Так, тебя там, походу, сейчас... Да, тебя встретили. Так, ну ладно. Сейчас, значит, будем винторез убивать. Так. Иди-ка сюда. Во, нормально. Так, и держи мой фирменный подарочек тебе. Специально взял. Так, там, по-моему, кто-то еще бежит. Надо с тобой заканчивать. Так, жетон. И привет. Ладно, бывает. Так, что тут у нас? Ага, я кого-то слышу. Так. Здорово, пацан. Понятно. Типичный рандом. Ну, хрен, ладно, хрен с ним. Хотя, может, и не рандом, может, он профессионал. Ну, в общем, не будем гадать. Надо бы кого-нибудь еще найти. О, вон, бежит. Я могу его догнать попробуем. Что-то он далековато, я чувствую, мне энергии не хватает. Так, на-ка, флеш. Вот еще быстрее, как будто побежал. Так, ладно, хрен с тобой. Сейчас мы тебя гранаточкой... Ловлю в покебол, день идет о днем, я ловлю в покебол. Поймал покемона, ну базавра. Жетоны — это хорошо, особенно если ты его сам выбил. Запомните это. Так, ну попробуем сейчас еще кого-нибудь найти. Только что-то вот... А, во! Так. Крадущийся тигр, затаившийся дракон. Так, вроде он меня не заметил. Давайте-ка попробуем за ним проследовать. Ну и посмотрим, что с ним будет. Что он будет мутить. Так. Я кого-то тут слышу. Во-во, вот про него я и говорю. Прямо к нему, значит, в гости наведаемся. Типичный кемпедрист. Угу. У нас, кажется, проблемы. Надо их решать. О, нет калики, нет проблем. Так, сейчас жетон подберем. И кто-то дым еще кидает. О, ну-ка, ушел. Во, нормас. Шишкевич баймедиум. Нормально, всегда бы так залетало. Так, ну и что у нас на повестке дня? Что-то помог... Во. Так. Ты серьезно, парень? Ты меня не заметил? Лол, бля. Я не могу, простите. Оп, еще один. Так. Получите, распишитесь. Да, я всегда поражался таким людям. Так, ага, на радаре принято. Выезжаем. Только что-то он, по-моему, больно далеко. О, во, поближе цель нашлась. Так, сейчас мы... Флешбэнк. Надеюсь, его слепануло. Так, и... Жареный снайперишка под соусом дефибриллятора. Вид, конечно, прекрасный, но нубы ждать не будут. А вон, кстати, уже один на радаре появился. Сейчас мы с ним что-нибудь... Так, о, кажись, он меня спалил. Или нет? О, он меня потерял. Нормально. Сейчас посмотрим. Парень меня реально не видит. Ладно. Иди-ка сюда. Да стой. Во, нормально. Так, и...
Один хп оставил, чуть не убил, а? Так, ладно, кто у нас следующий? Обычно в этих ущельях кто-нибудь да есть. О, вот и он. Так, сейчас мы его догоним. Что-то он какой-то больно резвый. Подожди. Ну, стой. Ну, дай я кое-что скажу тебе. Да стой ты. Так, вот тут слева. Полежи-ка. Помешать он не хотел моей погоне, а? Так, ладно. Погнали за Инжухой. Только вот куда он убежал, мне вот это больше интересует. Наверное, направо. Да, вон он. Сейчас мы его догоним и... Как вы думаете? Правильно. Иди. Во. Так. И... За что так не вовремя-то? Так, вон тут. Вон он. Так. Тихо. Это он лег уже встречает. На-ка. Фирменную оглушку мою. Так, и сейчас пойдем к нему в гости. Ага, ну попало стать не может, ждет он, кто ему поможет. Я поможем. Эй, я что-то не думал, что ты так быстро станешь. Ой, еще сзади бежит. Так, на-ка флешку, надеюсь, у тебя боевой шлем. Во, да, боевой. Нормас. Вот, все минусы боевого шлема. Вас слепят. Так, и еще вон. Не надо, не убивай меня. Так. Да. С моим аимом только Open Cup играй. Так, а чё у нас тут так тихо? Чё-то мне это не нравится. Ку-ку. Есть то? О. Так. Ага, перезарядка. И идем тебя жарить. Так, иди-ка. Ссаные китайские дефы. Как же вы меня бесите, а? Ладно. Фиг с ним. Чё там у нас дальше-то? Есть то, нет? О, вон там жетон лежит. По-любому кто-нибудь там сидит. О, какой я профессионал. Вообще прям мощь, сила. Учитесь у меня, как надо кидать хаешки. Я прям этот, хае-кидатель. Да, слово-то какое. Ага. Так. На-ка. Во, вот оглушки я умею кидать. Вот прям талант. Вот это настоящий петух. Так. Обычно на отшибе карте всегда кто-нибудь есть. Чё ты... Во. А вот и он. Вот я про таких вот говорю, которые все время по краям карты там где-нибудь лазят, там... Выстреливают кого-нибудь. Сейчас мы ему устроим анал, карнавал. Так. Только догнать бы. И оглушка не промахнуться. Хотя чё, я этот, профессионал же. Прямо это, оглушмейстер. Так. Иди-ка сюда. Во. Будешь знать, как по краям карты гулять. Ну и всяких там в центре убивать. Так, о, вон, на радаре спалился. Сейчас мы его посмотрим. О, еще ближе. Так, что ты там делаешь? Что-то воюет с кем-то. Да воевался, пацан. Все, в отставку. О. На картах ползет. Неинтересно просто. Куда он смотрит? Вот блин, если он смотрит на меня, то это просто реально. Взгляд безумия, там, искра или что-то такое. Не помню. Ладно, оставлю в живых. С этим-то надо по-любому повеселиться. Сейчас мы попробуем его догнать, короче, и понаблюдать. Вот мне всегда просто интересно просто бегать за ними и смотреть, что они делают. Какие они действия вообще предпринимают. Ну это, ну реально, вот, ну типичный нубас же, а. Ну по-любому. Так. Что-то... А, вон он. Я уже думал, потерял его. Так, куда ты там побежал? А, ну понятно. Сейчас где-нибудь по-любому засядет и будет сидеть. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. Очень бы хотелось посидеть рядом. Так. То он, по-моему, кругами бегает, не? Вам так не кажется? Давай, подбирай же там. Молодец. Так, и сейчас мы тебе попробуем что-нибудь устроить. Все мои веселье пропало. Здорово всем охотникам и любителям посмотреть на охоту. Если вы досмотрели этот ролик до этого момента, значит он вас чем-то зацепил, ну или понравился. Почему бы не нажать красную кнопочку подписаться, ну и не влепить этому ролику лайк. Меня это очень мотивирует на создание подобных роликов. Ах да, пока не забыл. Мой знакомый разыгрывает 3 пин-кода на ТЗ-шку.
и 10 пин-кодов на болтовую бару. Ссылочку на этот видос я оставлю в описании. Можете поучаствовать и попытать свою удачу. Ну все же любят халяву, вы чё? Давайте, активнее. Ах да, хочу поздравить вас всех с праздником. Точнее не всех, а только мужскую половину. Ну, женщины, 8 марта я и вас поздравлю. И еще. В данном ролике спрятана вторая часть пин-кода на тактический топор. Первую часть вы можете найти в предыдущем ролике. Здесь спрятано 6 символов, и в предыдущем ролике тоже спрятано 6 символов. Соедините их, и получите пин-код. Кстати, по поводу ТЗшек. Если вам нужна помощь в приобретении, я могу вам это устроить. Напишите мне в личку ВКонтакте, и там мы с вами договоримся. Ладно, не буду много времени у вас занимать. В общем, всем спасибо за просмотр, расходимся. Ладно, шучу. Пока-пока и удачи всем.